наше жюри. У нас три жюри. Одно из них мы называем это профессиональные люди, люди, которые непосредственно имеют отношение к цирку. Председатель нашего профессионального жюри, генеральный директор Российской государственной цирковой компании Фарзана Халилова. Россия. Вице-президент Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Урс Пилс, Монако. Президент Международного циркового фестиваля в городе Латино. Президент культурной ассоциации Джулия Мантика. Фабио Мантика, Италия. Артист, режиссер, обладатель «Золотого клоуна» на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Дэвид Ларибли, Италия. Директор Международного циркового фестиваля в городе Фигерас. Президент компании «Циркус Арт Фаундейшн». Женис Матабош, Испания. Министр культуры, связи и информации Республики Удмуртия. Художественный руководитель Государственного цирка Удмуртии. Дмитрий Иванов, Россия. Артистический директор компании Feld Entertainment. Дэвид Кайзер, Соединенные Штаты Америки. Президент Международного циркового фестиваля в Сан-Поль-Ле-Дакс. Бруно Лалой, Франция. Генеральный директор, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Максим Никулин. Первый заместитель директора Большого Московского государственного цирка, моя мама, Татьяна Васильевна Запаша. Второе жюри не менее профессиональное в своей работе. Абсолютный профессионал. Вы этих людей многих знаете, постоянно видите. Александр Стриженов, телеведущий, продюсер, актер театра и кино, сценарист и режиссер. Пришел не один со своей семьей. Заместитель руководителя объединенной редакции новостей, руководитель редакции культуры, искусства и развлечений информационного агентства РИА Новости Дмитрий Хитаров, Россия. Директор вещания на России страны Сергей Балтии телеканала Russia Today Ксения Федорова. Ведущая утреннего шоу High Society Ольга Максимова, Россия, Радио Максимум. Редактор журнала «Планета Цирк» Дирк Куик, Германия. Телевизионная и радиоведущая Алиса Селезнева, Русское радио. Заместитель генерального директора газеты «Московский комсомолец» по связям с общественностью Сергей Рогожкин, Россия. Председатель жюри, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, ведущая спортивного канала «Радио Эхо Москвы», олимпийская чемпионка Светлана Журова. Позвольте, я представлю вам еще наших почетных гостей, которых вы, естественно, все знаете. Юрий Куклачев у нас сегодня присутствует на представлении. Юль Соломонович Гусман. Спасибо вам. Выпускник цирка на Цветном бульваре. Эквилибрист.